Всем привет, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Сегодня я снимаю обзор женской одежды, ее будет очень много, поэтому запаститесь терпением, все буду показывать сразу на себе. Итак, первое — это трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины, бирку не отрываю, мужу понравилось, мне нет, хочу отправить его на возврат. Вот, артикул 197-658, цвет мультицвет, размер 46, 95 полиэстер, 5% эластан. Ну, чем оно мне не понравилось? Как-то вот цвет не мой, цвет не тот, как-то вот не хочу я такой цвет, если честно. Как-то вот мне кажется, он меня полнит сильно, вот что вы мне скажете? Просто возврат я все равно завтра понесу. Ну вот как-то вот... Почему тебе понравилось, Антон? Ну как-то тебе это освежает тебе. Освежает? Угу. Ну вот не знаю даже. Блузка с коротким рукавом для женщины. Артикул 197-713. Цвет белый, размер 48, 100% полиэстер. Носится, я так понимаю, она вот именно вот так, потому что если ее выпрямлять по бедрам, то я не смогла ее натянуть на свою попу. Параметры я вам напишу, но, скорее всего, я так понимаю, она мне мала. Во-первых, натягивается вот тут вот очень сильно в груди, да, и блузка очень сильно просвечивает, прям не на шутку сильно. Значит, 48 размер, я так понимаю, он мне мал. Мал, и так как до этого на мне было платье 46 размера, но оно, конечно, очень хорошо тянулось, вот, то хочется сказать, что эта вещь, она не тянется абсолютно нисколько, и как бы мне кажется, что, ну, недостатки, конечно, она скрывает, но уж очень-очень просвечивает. Как-то вот я бы не хотела в такой блузке ходить. Вот, но в целом она мне понравилась. Образ такой приятный, свежий с ней получается. Значит, 197-713, в комплекте шла вот такая вот пуговка, потому что пуговка идет вот тут вот, да, на спине. Вот, но не знаю, прям спорный. Напишите мне, пожалуйста, я не знаю, как вот мне даже решиться ходить, не ходить, как-то вот... Очень интересно она на мне сидит. И далее юбка для женщины. Это на возврат, потому что мне не подошла длина. Скажу честно, очень классная ткань. Такая что-то типа жаккардовой. Очень такая приятная. Она слегка-слегка на свету переливается. Все хорошо. Но посмотрите, какая сильная длина. Я все-таки люблю юбочки вот так носить, вот чуть-чуть выше колена или уже по колену, но вот это вот даже как-то обрезать ее не захотелось сдавать, потому что в принципе вещь не дешевая, и еще переплачивать за то, чтобы обрезать, мне бы тоже не хотелось. Значит, это юбка для женщины, артикул 197-785, цвет голубой, размер 48, состав 72% полиэстер, 25 хлопок, 3 эластан. И мне кажется, что светлый низ меня уж очень сильно полнит. Такое чувство, что я аж прям резко прибавила в объеме. Да? Ну, это мне, конечно, уже даже муж сказал. На мне трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины, артикул 196-086. Цвет ярко-голубой, размер 48, 95 полиэстер, 5 эластан. Мне нравится это платье, пусть оно тоненькое, но если к нему подобрать другое белье, то в принципе все будет хорошо. И горловинка такая, оно подойдет и с пиджачком носить. Мне кажется, оно такое простенькое и с кроссовочками, и с туфельками, и с сапожками. Да, то есть вот прям мне очень понравилось. Сейчас на мне платье, тоже с укороченным рукавом для женщины, артикул 197-650, цвет голубой, размер 48, 72% полиэстер, 25 хлопок, 3% эластан. Ну что могу сказать, село оно как-то по фигуре, но вот этот шов, да, то есть разделяет, его нужно закрывать каким-то поясом обязательно, потому что он тут не очень-то смотрится, обязательно пояс вообще обязателен. Длина нормальна, но рукава, вот они, видите, так слежались, что пока что они, мне кажется, что они мне великоваты. Но я чувствую, что это платьишко, в принципе,
в дальнейшем будет очень даже хорошо на мне сидеть. И муж говорит, что пусть оно и светлое, оно меня стройнит. Да, Антон? Да. А мне нравится. И не ярко такое, не вызывающее. Обычно такое красное платьишко. Но его, конечно, надо с чем-то корректирующим, не просто так носить. Это трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины. Артикул 196-104. Темно-красный, размер 48. Состав 95 полиэстер, 5% эластан. Мне нравится. Вам как? Сейчас на мне платье с укороченным рукавом для женщины, цвет черный, размер 48, артикул 196-095. Как тебе, Антон? Хорошо. Тебе нравится? Да. Ух ты, черное ей понравилось. Да. Обычно ему не нравится черное. Состав, я говорила, все хорошо. Да, оставлю обязательно, буду носить с удовольствием. Сейчас на мне трикотажное платье с длинным рукавом для женщины, темно-красный размер, 48, верх, ткань первая, да, то есть это полочка, спинка и низ, идет 70% полиэстер, 30 хлопок, и ткань вторая, это кокетка, рукава, это 100% полиэстер, очень такое просвечивающее платьишко, да, посмотрите, легкое такое, приятное, мне очень нравится такая ткань. Безумно нравится, поэтому я очень-очень довольна. Вот, посмотрите, какая красота. Так, сейчас на мне блузка с длинным рукавом для женщины. Цвет темно-синий плюс белый. Размер 48, состав 100% хлопок. Артикул 197-686. В составе входила маленькая пуговка, которая идет по всему периметру. Честно скажу, она мне очень-очень понравилась. Но, как вы видите, лучше ее носить или с каким-нибудь поясочком, да, или ее заправлять вовнутрь. И тогда будет очень здорово, очень классно и красиво. На самом деле, блузочка того стоит. Тут манжетики, тоже пуговки на застежечках, тоже маленькие. Мне очень нравится. Буду носить с удовольствием. Подумаю, какой-нибудь может быть маленький, черненький, тоненький поясочек вот так повязать. И вообще будет как в сказке. Красиво. Красиво и оригинально. Очень интересный трикотажный кардиган для женщины. Цвет темно-синий, размер 48. Вот. У него, значит, ткань первая, спинка, рукава, это 78 полиэстер, 17 вискоза, 5 эластан. И ткань вторая, полочка, 100% полиэстер. Артикул 197-641. Давайте же я его померяю. Вот. Кстати, так и пришло, что вот одна петелька от пояса отпала сразу же мгновенно. Понятно, что он не с этой блузкой подойдет. Он подойдет с чем-то другим. Вот. Мне кажется, что как-то вот он, даже если тут пояс, то это все равно не мое. Так, если даже завязаться на пояс, вот так вот выпрямить красиво, то как-то не идет он мне. Да, как-то вот, не знаю, да, как-то вот не мое, цвет не мой. Так-то вещь, в принципе, классная, мне кажется. Она много кому подойдет и много кому понравится. Но вот мне что-то как-то пошло не так. Цвет не тот. Как-то может быть поярче голубой, да, или что-то вот. Но как-то вот не так, да. То есть спинка полностью прямая тут идет, а впереди вот эта вот плиссировочка. Сейчас на мне блузка с длинным рукавом для женщины, цвет темно-красный, размер 48, состав 100% полиэстер, артикул 197-704. Тут входит запасная такая бусинка, петелька, это, наверное, вот к рукаву, да, вот эта вот бусинка. Очень классно, тут идет кнопочка, на которую можно застегиваться, расстегиваться, то есть тут ни пуговка, ни маленькая. Вот, что еще мне понравилось, она просторная, она классная, она не просвечивает, что, ну, вот видите, если вот так вот сделать сильно, да, то видно. А так она, ну, просто великолепная. Я с удовольствием ее теперь поглажу, оставлю себе и буду носить. Вот.
есть на мне плащ для женщины, цвет темно-красный, размер 48. Состав 97% полиэстер, верх 3% эластан, подкладка 100% полиэстер. Артикул 197-614. В комплекте выдается одна пуговка, которая тут по всему, в принципе, периметру пришита, да, мало ли потеряется, вот есть запасная. Ну, что могу сказать, сейчас при вас первый раз померила, он тяжеленький, создалось впечатление, что он не великоват, но когда я его начала застегивать, нисколько и не великоват. Самое то, самый раз, конечно, глажка по нему плачет, но пока я его не померяю на возврат, а вот тут еще даже есть пуговка, да, вот видите, все в такой упаковочке приходит, все приходит в такой упаковке, вот, и можно упаковаться прямо вот так вот, и все это закрывается вот этими вот вставочками, вот, так, воротничок можно поставить, можно положить, как вам понравится. Ну, рукава скажу, что самый раз. В груди опять чуть-чуть немножко тесновато, но это не критично. Все хорошо. Так, и давайте смотреть. Такой вот длинный пояс на двух петельках идет тут. Так, меряем. Очень длинный пояс. Вот, значит, так застегивается. На поясе тут есть вот... петелька, на которую нужно пояс, да, и она еще пришита. Она пришита, чтобы она не потерялась. Тоже очень интересно. Давайте все-таки застегнемся, выпрямим его, потому что я первый раз мерю его на камеру. До этого, если честно, не мерила вообще, в принципе, его. Так, ну что могу сказать? Слишком длинный. Карманы очень глубокие. Очень глубокие карманы, прямо и пуговицы тут прям в карманах пришиты. Вот это да. Так, сзади как у нас? Сзади есть вырез. Вот как вы видите, если я натягиваю, вот он вырез сзади. Но я не скажу, что мне не нравится. Мне кажется, его погладить и будет очень даже симпатично. Но вот то, что тут все открыто, все равно нужен какой-то шарфик носить, чтобы все равно у нас весна ветреная, и все равно будет очень холодно. И как-то вот то, что он такой огромный и красный, все равно хочется чем-то вот тут вот разбавить свеженьким, светленьким, беленьким, чем-то таким. Да, то есть и шапочку к нему, и перчаточки можно что-то светленькое купить, да, и будет очень красиво. И мне кажется, с сапогами он не особо будет смотреться, на мой взгляд. Вот, значит, ну, в принципе, здорово, да, и спинку не тянет, хорошо сел, и все нормально. А как вам? Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Аня, видеооператор Кононов Антон. Вот, спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы практически всегда заказываем все новинки, которые более-менее нам понравились. Еще придут новинки из автозаказа, и мы обязательно тоже про них снимем обзор, как только они появятся в наличии и к нам приедут. Всем пока-пока!